поехать на велосипедах, прямо из Москвы будете ехать на велосипедах, да? Через Ла-Манш? Нет. А, то есть на самолете, потом на велосипеде. Идея отличная, тем более как раз, может, откройте пару интересных групп для России. Но вообще, сама идея клевая. В принципе, мы следим за то, что происходит в современной музыке, поэтому как раз одни из первых зрителей, кто, наверное, посмотрит этот фильм, это скорее группа Би-2, конечно, поэтому нам это интересно. Желаю вам хорошей погоды, потому что если вы поедете осенью, будут дожди, а на велосипеде передвигаться, конечно, неплохо, но, ну, в принципе, ну и отыскать что-то интересненькое, интересные команды и провести хорошо время. Удачи вам!